Что ж, всем привет, ребят, с вами снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить Black Mesa. Это уже 9-я серия и глава под названием «Сомнительная этика». И мы остановились на лаборатории, в которую проникли, провели несколько экспериментов, и сегодня продолжим проходить дальше. Но прежде всего, конечно, не забывайте ставить лайки, это очень важно для продвижения видео. Ну и, конечно, пишите свои советы тоже, потому что вот в прошлой серии у меня были некие затупы с сомнительными экспериментами. Я не мог понять, а правильно ли я делаю вообще. Оказывается, там я 3 эксперимента выполнил, но 2 еще оставшихся я не видел. Я не доходил до места, где нужно их выполнять. Так что давайте приступать. Как мы видим, на фоне изображена та самая дамба, о которой я говорил, наверное, еще с первой серии. Скоро мы там будем. Не знаю, когда точно, но мне кажется, что после лаборатории как раз выберемся на поверхность, и там будет эта дамба. Помните это место? Я пытался здесь убить двух зверюк, скажем так, с помощью излучения, но я-то, конечно, их грохнул. Даже вот дверь подпер, однако, как помните, это не считается ачивкой, это не сомнительный эксперимент, так что идем дальше. Наверное, нам в эту сторону идти надо. Тут были военные, которых я раскидал и потратил весь свой запас вот этих, ну не бомбочек, а что это конкретно, пакеты эти, взрыв-пакеты, во, как... Окей, как в GTA San Andreas, хороший скример. Лови! Он что, один был? А кому он говорил «гоу»? Можно узнать? Кстати, где мы? You are here, you are here. Где эта кнопка? Ой, это кнопка. Вот. А нам вообще куда нужно идти? Я просто не помню. Вроде бы в этой серии мы уже найдем вот этих жучков, которыми можно будет кидаться и использовать как оружие. Я забыл, как называется по-научному, но вы меня понимаете. И с ними связано несколько ачивок. Главное не провтыкать. Пока ничего не пропустил. Все, военных больше нет. О, это был фриз. Значит, я на верном пути. О, да. Я точно на верном пути. Это место припоминаю. Опять фриз. Мне это не нравится. Ты кто? Да кто такой вообще? Это какой-то Far Cry 1 в плане экспериментов. Что там делал вообще за контент? Нормально он на расстоянии меня бьет? Урод. Только брони потерял. ХП-то ладно, вот броню жаль. Наверное, тут... Точно, мы еще в этой комнате будем, и я что-то активирую, наверное. Пока что, в любом случае, мне в этот коридор. Еще бы я карту помнил. Наверх можно. Это у нас оружейное или что? О! Так. Да, прекрасная анимация. Это еще из Counter-Strike 1.6. Я поставлю автосейв и попробую убить ими себя. Только это будет очень долго, наверное. Давайте, кушайте, кушайте. Универсальная гравитация, я так понимаю, да? Ну, скорее всего, именно так. Короче, их нельзя кидать, если никого нет, иначе хавают тебя. Такое. С ними, кажется, была ачивка, типа, убить несколько противников, да? Вот, 10 врагов с нарками убить. Давай, давай, кушай. А много она урон наносит, если она одна? Я просто не хочу всех тратить. Они же вроде бы не восстанавливаются. Эй! Ну да, они не восстанавливаются. Или восстанавливаются, если их мало становится. Я вот не помню этот момент. Вроде бы они были бесконечными. Что? Вода? Вода? Какой-то баг случился в моменте. Бывает. Тут что? Вода на полу? Я слепой или да? Тут нет воды. О, это глазик. Приятно.
Игра думает, что тут вода есть, но ее на самом деле нет. Это что? Какой-то газ там, что? О! Или в этой комнате нужно эксперимент поставить. Блин, страшно. Хотя можно всегда сохраниться. Если вдруг что-то пойдет не так. А, я и так не могу выйти отсюда, блин. Короче, их нужно убить. Пускай развлекаются мои жучки. Снарки, да, они вроде бы называются. Сколько там? Да ты задолбал! У тебя новая цель — атаковать снарков, а ты меня атакуешь. Все? Они исчезли? А, я их подобрал. Теперь их 10. Как это работает? Да сдохни ты уже. Пока есть возможность, я буду фармить киллы. Ну все, их можно. Наверняка можно подобрать, наверное. Но я не хочу рисковать, мало ли что. Итого уже сколько противников? 6 я замочил с помощью снарков. Еще 4. Несложно. Легкая прогулочка. Ачивка несложная, но странно, что я ее до этого не выполнил. Типа, серьезно, снарками вообще не пользовался, походу. Раз у меня там было 0. И что тут находится? Тут только место, где я могу их подобрать, или вообще для чего эта комната? Какая-то труба есть. По идее, все. Ничего тут такого нет. Может, нам назад? Вообще тут проход есть дальше так-то. О, проход откроется скоро. Только не говорите, что это начало. А возможно, это как раз таки место, куда и надо. Охранник? Да я же здесь был, по-моему. Вот в этом месте я дробовичок поднимал. Он заспавнился опять. Тут все закрыто. Тогда куда мне надо идти? Может быть, все-таки в ту комнату? Вставить что-то сюда? Да, распылить что-то надо будет. Я зря это все сделал. Подождите. Я зря это сделал. Вот быстрое сохранение у меня есть. Очень надеюсь, что оно до всех этих событий. Ну, вроде бы по времени, да. Да. Вот сюда нужно что-то вставить. А, я ж могу его еще раз убить. Эй, не лагай, давай, хавай его. Чувствую, нормально коцает. Все, молодец. Мне нужно найти какой-то газ. Вот, вставить его сюда. Распыление газа какое-то. Короче, а, вот это что ли? Кажется, это сомнительный эксперимент. Активировать как? А, вот, все. Наконец-то я это выполнил. 4-й эксперимент. А вытащить нельзя? Долго это еще будет? Ну, открывайся. В эту комнату больше зайти нельзя. А там броня. Это что за кидалово? Достижение я выполнил. Можно уже перезагрузиться, но... Это как-то странно. Неужели я снять не могу? Ну, допустим. Забью пока на эту броню. Возможно, потом откроется. Пока там распыление проходит. Мне наверх надо, короче. В идеале можно было бы вернуться, но я не хочу. Я не хочу ломать никакие каноны. Все, вот я распылил вот этот газ. Я сделал эксперимент какой-то. Все. Забыли. Пофиг на броню.
О, ты-то мне и нужен, дурак. Я забыл, мне писали в комментариях, как их правильно зовут. Уже не важно. Как-то на Б его. Как же его звали-то? Извини, но пока мои жучки с тобой разберутся, это будет примерно вечность. Он ранен. Кто он? А, да? Ты решил на меня внимание обратить? Его взорвали гранат? Вы издеваетесь? Сколько у меня еще жучков? Один? Но он не убьет. Он не убьет. Хавай его. Надеюсь, жучок еще на месте. Сколько там? 3 противника еще. Замочить с нарками. Он измазан в кислоте, ему норм. Как вам такое? Я сам в шоке. Такого я еще не видел. И да, наверное, сегодня я запишу 2 серии подряд, поэтому советую, вижу только через 1 серию. О! Энергетическое оружие, я помню это место. Энергетическое оружие заряжается. Ох! Положи на место, это всего лишь прототип. Почему мы его не используем? Эта штуковина очень непредсказуема. Не заряжай слишком долго. Что значит... А меня-то за что? Я просто мимо проходил. Но зато теперь есть возможность убить кого-нибудь. Вы слышали это? О! 8. Вот это я меткий. Они еще неплохо уворачиваются. Ну выходи, давай. Как он увернулся? God damn it, держи гранатку. Он выжил? Так, шикарно промахиваюсь в упор. Еще живой. Опять он измазан в этой слизи, но при этом живой. Что это за штука? Это я уже слышал. Да, это все, что у меня есть. Что это? Размазал. Где снарки? Я могу выключить, чтобы эта пушка не работала, я так понимаю, да? Или для чего это? Да! Вот же крыса на краузере. Попал он. Я тоже попал. Тебе не понравилось. О. Мне кажется, или это еще один эксперимент? Наверное, нужно с лазера кого-то грохнуть, только как это все проделать? Что-то не подключено, да? Казалось бы, а что здесь не так? Может, чуть позже нам объяснят? А, ну да. Это ж все касается лазера. Только там некого убивать. А если я его просто активирую, оно ж не засчитается? Это что это? Это я что подобрал? Подствольник? Нет. На что это похоже? А черт его знает. Что-то подобрал. Тут ничего нет. Ну вот эта пушка. Кажется... Кажется, что-то пошло. А как теперь переместить куда-нибудь? Нажать тут кнопку? Нет. Электричество выключить? Хотя это не электричество. Что это вообще такое? Оно уже включено. Да, все правильно. Типа стенку пробить. Я правильно понимаю? А что в этой находится локации? Ну, ХП, например. Уже неплохо.
Еще что-то. Это какой-то заряд. Сложно. Может быть, это для какой-то оружки, которой у меня пока нет. Ты кто вообще? Си Хорн. Это, наверное... Ну да. Доктор Хорн. Это он. Вроде бы все тут. Меня... Я не хочу просто рисковать, не пойду пока туда. Вдруг еще раз ударит. Меня наверняка заденет. Закрыто. А что находится в этой области? А, пролезть нельзя. Наивный. Еще броня. И хпшка. Хоть как-то восстановлюсь. После этого честного случая с охрыдниками, или вернее сальдадосами, которые напали. Я надеюсь, это были все. Ой-ой. Ой-ой. Наверное, этих собак можно было бы замочить с помощью лазера, но это не точно. Как-то я не хочу их мочить раньше времени. О, разбежались, разбежались. Да блин! Одно хп, надо жить! Я не хочу их раньше времени убивать. Что тут было? А, сквозь текстуры. И где я сохранился? Возможно, пригодится лазер. Я хоть его нормально поставлю. А, подождите, я ж не сохранился. Надо взять аптечки и все такое. И в другой комнате там тоже ничего не было. Понятно. Серьезно, он просто... Я сейчас не понял, как он выжил. После ломика. Можно просто пригнуться. Надо же. О, они даже не услышали этого. А, конечно. Что, простите? Я сам в себя кинул? Она откинулась. О, фух, они сюда... Нет, они могут сюда пройти. Их слишком много. Может быть, отсюда нужно сигнал подавать изначально? И? Я что-то такое припоминаю. Это я делал. Так, оно идет. Лазер уходит. Тут он пересекается и идет сюда. И тут я нажимаю кнопочку. Ой, если ничего не перепутал. Нет, нельзя кнопку нажать. Еще где-то, еще две. Получается. А где еще две взять? А, вот тут. Ну да, как я сразу в эту комнату не зашел? Я ж был тут. И еще одна такая. Наверное, как раз таки здесь. А, еще аптечку взять. Классно, я выстрелил. О, стоп. Да-да. Вот, ученые сами себя убили, а я получил новую пушку. Да, это что-то типа пулемета. Я нахожу к нему патроны. Накопить энергию перед выстрелом. Даже не пулемет, а пушка, точно. Четвертый. И останется только кнопку нажать. Какая эпичная музыка играет, жесть. Вот это действительно эксперимент уже. Хотя, возможно, так нужно было по сюжету. Будет смешно, если это все по сюжету проходит. И... Этот луч может вызвать смерть.
если вы подойдете туда, в ту область. Да, я выполнил эксперимент. Правда, что делает эта кнопка? Она типа отключает пушку. Или нет? А если выстрелить вот так? А, больше выстрелить не могу. Зачем тогда нужно это питание? Оно ж по дефолту было подключено. Или это в целях реализма сделали? Так бы я стенку пробил? Черт его знает. Возможно, я пробил бы стенку, но это не точно. Можно было бы проверить. И там такой, знаете, секрет. Все, больше активировать ее нельзя. Ну и да ладно. Новая ружка при нас, все замечательно. Эксперименты, где там они? Физически сомнительно. Странно, что я ни одного не выполнил. Тупо ни одного. Хотя в этой локации я знатно так побегал туда-сюда. Блин, если бы эту пушку сразу взял, собачек можно было бы на раз-два порешать. А куда идти теперь? У меня вопрос. Конечно, замечательно все, да? Экспериментики. Может, сюда? Нет, там закрыто. Пушка наверняка по сюжету дается. Значит, мне нужно вернуться? Видимо, да. И... Ну, сохранение это дефолтно, потому что я сюда поднимался, оно сохранялось. А прикиньте, внизу будут противники. Кого-то слышал. Это то ли босс, то ли просто механизм, который нужно будет остановить. Вспомнить бы только, как это сделать. Нет, там стенку не проломишь. Изи хп. В какую сторону мне надо? Я уже все забыл. А, теперь можно сюда заходить, да? Нет. Не могу сюда зайти из-за того, что... У меня газ там распылен. Я не могу взять броню. Это все, что тут есть? Да, буду долго искать. Жаль, здесь нельзя посмотреть цель. Что, куда, зачем? Чтобы я не бегал по 1000 раз. Я тут решил еще раз активировать вот эту пушку. Лазер. По идее, будет минус стенка. И так и нужно было изначально сделать. Да, так и нужно было сделать. Значит, если отключить электричество, то тут не будет подниматься этот заборчик, ворота эти. Короче, вы поняли, шлюз такой. Да, как все очевидно, ё-моё, как же очевидно. Как я мог до этого додуматься? Чисто ради эксперимента решил это провернуть. Жоня, конечно, наверняка с первого раза понял, что нужно именно так стенку проломить. Это же настолько понятно. Это просто я тупой. И он еще напишет, да-да, так и есть, ты тупой. О, здрасте. Коллега-ученый. О, слава богу. Выведи нас отсюда, пока эти солдафоны не поняли, где мы прячемся. У нас из каждого, точнее, у каждого из нас есть допуск по сетчатке. Если проведешь нас в приемную, мы наконец-то сможем выбраться из этой проклятой лаборатории. Да, но сначала тебе придется отключить хирургическую установку. Да, я помню. Этот глупец Питерс включил ее, но... Боюсь, он уже не вернется. Мне кажется, она его и убила. Да не переживай ты, все будет нормально. Вы выживете, это главное. О боже, что у него с пальцами? Не, нормально. Я думал, они уже у него раздвоились. И вы что, предлагаете мне прямо в пекло идти? Я сохранюсь тогда. Да, она ж сразу коцать будет. Надо аккуратно обойти стороной.
рассчитать четкий тайминг. Я сам в шоке, аж хотел что-то сказать, и у меня запись там крашнулась. Нормально вообще, да? Черт. А, стоп, это... Это тот самый охранник? Это тот самый охранник, которого я оставил АФК стоять? А где все остальные? Мне кажется, выбежало всего лишь... А, нет, вот они. Все меня ждут. Хорошо. Видели, да, как я мастерски подловил тайминг? А Жоня, наверное, был в шоке. Он думал, что меня здесь порежут на кусочки. Так, ребята, я бы на вашем месте достал хоть что-нибудь, если у вас есть. О, арбалет. Маленький совет, перезаряди... Серьезно? А вы не могли бы все двери мне открыть? Вот здесь, там, не знаю. Серьезно, а нельзя их попросить? Подожди, мне нужно открыть эту дверь. Что такое? Никому не кажется, что так слишком просто все. Что-то тут не так. Гордон, ты бы не мог разведать обстановку? Не иди! Не надо никуда идти. Я их прикрою. Мне кажется, зря он туда пошел. Я, может быть, нормально еще. Блин, они сказали, у них есть доступ до... Ну, короче, у них доступ есть к каждой двери. Каждый. Я слышу этот вертолет. У них есть доступ до любого участка вообще этой лаборатории. Почему я не могу воспользоваться их услугами и... О, тут же можно патроны подобрать. И открыть все двери, которые там остались позади. Но нет, конечно, я не могу этого сделать. Сохраниться. Сейчас нападут вояки, и я буду отбиваться от них, по сути, в соло. Угу. Поехали. Да, это все очень плохо. Кто меня там обстреливает постоянно? Где? Не с крыши, что ли, стреляют по мне? ХП мало. Ой, ё-моё! Вы что, издеваетесь? Блин, они кинули гранату. Я забыл про эту пушку, серьезно. В смысле, его... Или это не он? Нет! Естественно, в упор промахнусь. У них еще постоянно эти гранаты на рандоме летают. Да ё-моё, где мой арбалет? Так неудобно его подбирать. Вот как я должен был эту гранату в замесе заметить? Кто-нибудь знает? Сколько раз я буду это проходить? Магистр честности просто какой-то в моменте начался. Класс. Посмотрите на мое ХП. Из ниоткуда тупо урон получаю постоянно. Как я не убил? Ну ё-моё. В каких условиях я должен отстреливаться от них? А, да. Он когда в воздухе, он не умирает. Можно даже не пытаться по нему стрелять. Замечательно. Я обожаю такие моменты. Я же говорил, будет этот замес. Он рано или поздно был бы.
Это услышать нереально. Дурачок, он это не услышал, точнее не увидел. Я слышал? Вот это я уже услышал. Они кидают мне гранатки. Нет? Это были все? Я не знаю, с какой попытки я это прошел, но... Охранник... Я, конечно, все понимаю, но ты мог бы мне помочь. Я не могу поверить, что ты это сделал. Я сам не могу поверить, что это сделал, потому что тут такой ад был. Да, сущий ад. Должно быть, весь комплекс сейчас под контролем военных. Тебе придется прорываться с боем от укрытия к укрытию до другого конца базы. Не думаю, что по пути ты много кого встретишь из наших коллег. Но если тебе каким-то образом удастся выжить и пробраться на другую сторону базы, сторону базы, то ты найдешь лаборатории, где укрылись выжившие. Я не стану рисковать, отправляясь туда. Но могу сообщить о выжившем, точнее, в комплексе Лямбда, что ты направляешься к ним. Да. Только смотри, не носись как угорелый по базе военных. Пусть даже на тебе костюм, но расклад явно не в твою пользу. Если послушаешь меня и не будешь высовываться, то сможешь дожить до лаборатории Лямбда. Сложно, они слишком быстро говорят. Многое брони оставил, я понимаю. Что ж, приятель, боюсь, здесь наши пути расходятся. Я тут еще посижу и пригляжу за этой парочкой. Ты там поосторожнее, ладно? А там у вас есть какие-то припасы, не? Стоп! Я не хотел туда насовсем заходить! Там наверняка сзади еще что-то было. Аптечки у военных, не знаю, еще что-то. Класс! И тут будет дамба, да? Я хочу перезагрузиться и убить вот этого военного, который пытается замочить моего... этого... да, моего ученого. Мне кажется, его в любом случае грохнут. Классно. Патронов много, на всех хватит. Там еще и турелька, которую ты никак не сможешь прочитать. А, он бессмертный, когда они убивают охранника. Я все понял. Охранник бессмертный. Точнее, не охранника убивает, а ученого. Не то сказал. У меня игра вылетела, когда я попытался их убить. Сейчас бы игра вылетала в момент, когда... Да, они бессмертные. Игра вылетала в момент, когда ты пытаешься выцелить чувака. Она упала? Нет. Да, я что-нибудь возьму в руки. Кто меня убил вообще? Ну что это за честность? Так, все, я вроде бы всех перестрелял наконец-то. Осталось только эту турельку убить, которая, конечно же, не убивается. 25 хп. Вот теперь можно тащить, правда? Там еще одна турелька, да? Почему она шумит, если я ее вынес? Турелька, которая уже откинулась, она все еще могла... А, там еще одна турелька. Ну, вы понимаете всю честность ситуации. Да, только так получится сделать это 100%. Как много хп. Я еще и там не подобрал сзади, в лаборатории. Чувствуется честность. Но сложность я понижать не буду. Я хочу прочувствовать весь ужас. И пока что... О, ничего себе подлетел. Пока что мне обеспечивают радость, так сказать. А есть броня? Не только хп, но и броня. Пожалуйста. В грузовичках ничего нет. Можно даже не искать.
Можно автоматик с броней, пожалуйста. Ой, сколько ученых они перевалили тут. Я даже не заметил сразу. Еще хп. Возьму-ка я с собой хп. О. Полезный ящик. Раз хп. Два хп. Еще три хп. Замечательно. Я себе закину туда, чтобы было. Потому что, сами видите, хп у меня очень мало. Ну как, самого хп, конечно, много. Но брони мало, и они коцают из-за этого довольно жестко. Все? Больше ничего вроде бы нет. Пошли. Идем в самое пекло. Теперь у меня аж 4 аптечки. Ну, с таким слиться будет довольно трудно. Попал? Повезло. Fire in the hole. Я тебе тоже сделал файл. Fire in the hole. Файл, да. Вот как я промахнулся? Вот. Что? Как я промахиваюсь? Я что, попадаю в прутья? У меня вариантов нет, я их только так могу расстрелять нормально. Эти военные чересчур имбовые. Они даже на сложности Black Mesa, то есть на средней, они довольно быстро выносят. Еще аптечку. Я бы ту взял, которая у меня там сзади осталась. Одна единственная, их было 4. Сколько я хп слил? Жесть. Ну да, там можно было так жестко не лечиться. Но в любом случае. О! Очень полезно. Вообще, кстати, снарков больше нет. Они еще появятся? Потому что мне же нужно еще ачивку выполнить. Отлично, спасибо за броню. Спасибо большое. Какая-то дверь, но она закрыта. А нет. Отсюда можно было зайти, хотите сказать? Или с той стороны все было закрыто? Неизвестно. Вот еще аптечка. Я бы поближе их перетащил. А можно и сюда отправиться, и тут закрыт. Угу. Сюда отправиться, да, как же. Нам только туда. Буду идти с аптечками. Это единственный ресурс полезный. Правда, они потом придут в негодность, но это такое. Когда это случится, я уже не буду в них нуждаться, наверное. Еще аптечка. Вы меня как-то балуете, я смотрю. Так много аптечек дают, аж странно. К чему же меня готовят? Тут сразу дамба будет? Или что? На дамбе просто там вроде бы еще и вертолет появится. Поверхностное натяжение. Этого сразу валить вот так. Кто там что кинул? Я ж попал... Ну, взрывайся давай. Я хотел в бочку выстрелить. Кто там? Да из чего они там по мне стреляют? Понятно. Я не попал? Я меткий стрелок. Вот что я могу сделать им на расстоянии? Да, мастер печени. Я ранен. Ты уже убит, дружище. Вы понимаете, вот эти две аптечки, что были на другой локации, их больше нет. Это уже второй раз. Да не ранен я, ты чего, дурачок что ли? Граната. Давай, сдыхай. Все? Тут одни военные.
Еще кто-то? Казалось, да? Это кошмар. О, вот это секрет, кстати, неплохой. 30 брони. В нынешних условиях я любой броне буду рад. Что делать с этой аптечкой? Опять? Это тупо бесполезная аптечка. При переходе на новую локацию она теряет свойство хила. Она не хилит тебя. Не лечит. Замечательно. О, там на крыше ничего нет? Мало ли, секрет, может, типа паркурчиком залезть. Вот так. Не, подождите, как я там залезал? Вот так. А, невидимая стенка. Вот еще две аптечки. Почему я не могу их с собой взять? Понятно. Заскриптованные аптечки. Так, чтобы обиднее было. И тут будет дамба. Я иду как раз к ней. Вы понимаете, я говорил про дамбу еще в первой серии. Я вижу там пулемет. Вот, вот, вот он находится. Так. Минус два? Нет, только минус один. Не повезло. Еще такая музыка играет, как будто финал. Хотя на самом деле, какой там финал? Еще до финала играть и играть. Ты куда? В спинку пошел? Надо сбоку заходить. Это самая надежная тактика. Ух, ё-моё. Это дамба из GTA San Andreas? Похоже. Тут пока чисто. Вроде бы я всех перемочил. Пока что. Арбалет у меня отсутствует. Угу. На расстоянии я никого не грохну. Вы не сможете меня остановить. Я Гордон Фримен, я мастер паркура. Залезу вот так. Наверное, так и нужно было. О, еще броня. Мазила я? Мазила я, да? Ты куда пошел за моей броней? Крыса! Просто крыса. Откуда он взялся? Под шумок зашел в спинку. Ну, спасибо. Я попал, но не убил. Понял. Это вроде бы было в голову. А, он даже это пережил. Его взорвала бочка. Понятно, перепрыгнуть нельзя. Вот где этот крысюк, который... Вот он где сидел. Понятно. Ты не попадешь. Нашли они Фримена. Фримен сам нашелся. Давай-ка без гранат, окей? Ты сдох? Сдох. Подлый Краузер. Начинается настоящий замес. О, арбалет тоже. Хорошо. Наконец-то. Спасибо, возместили хотя бы хоть что-то. 93. Ну, такое ситуативное оружие. Больше на боссов, наверное, рассчитано. Я, конечно, все понимаю, но это не смешно. Вот как я промахиваюсь? Как я промахнулся три раза? Есть пулемет на моей стороне? Нет, на моей стороне пулемета нет. На моей стороне нет ничего, даже укрытие. Еще возьму аптечку. Ну, тут еще прилично запасов. Как-то даже не хочется на этом экшоне останавливаться, но серия-то не бесконечная. Кто там? Никто не поджидает. Почему музыка играет все еще? А, вот теперь можно повеселиться. Где вы? Да, вертолет будет, я же говорил. Нормально то, что у меня коцает как... Все, я его убил, по идее. Да? Или нет?
Он взорвал по скрипту пулемет. То есть, мало того, что я получил урон на халяву, просто потому, что у него автонаводка, так еще и взорвал пулемет, чтобы я не мог никого из него убивать. Честность. С другой стороны, это могло быть гораздо дольше, так что я заранее вертолет уничтожил довольно-таки оперативно. О, я помню это место. Тут придется поплавать, по-моему. Но это будет уже, скорее всего, в следующей серии, потому что... Ух, сколько припасов для этой штуки. Давайте на этом закончим. Думаю, что серия идет уже довольно долго. И сохранится бы еще. Это была 9-я серия прохождения Black Mesa. В следующей серии начнем проходить уже дамбу и все, что тут будет дальше. Не знаю, сколько там осталось до конца. Я думаю, что где-то серии 6 точно. Примерно там, да? Это, наверное, проходится примерно как в Half-Life 2. Ничего себе анимация. Так что уже скоро, может быть через недельку где-то, мы закончим прохождение Black Mesa. Это был Демпси и Black Mesa. Спасибо всем за просмотр. Увидимся с вами уже в следующей серии. Всем пока!